إلى متى ونحن ندرس بعض الطلاب الأصول ثلاثة ونعيد عليهم أصول ثلاثة إلى متى؟ Сколько времени мы будем обучать студентов три основы, потом опять три основы, потом опять три основы, то есть студентов? عيب والله عيب أننا يعني نرجع بعض الطلاب لو أنا أخب قلنا لك الآن أنت نعيد لك تدرس أولى ابتدائي كاملة ترجع إلى الروضة تدرس روضة سنة ثم سنة ابتدائي الثانية ابتدائي ست سنوات ابتدائي لا تقبل هذا. Если я тебе сейчас скажу, ну-ка давай начни опять заново свою учебу с первого класса, второго начальных классов, третьего до шестого класса, ты же не согласишься. طيب لماذا الآن في الدروس العلمية في الشريعة لا إشكال نعيد نكرر صحيح ممكن أننا نتذاكر أنا وأنت الأصول الثلاثة في مجلس واحد مختصر هذا نعمة هذا كان عليه السلف الصالح كما يحدث من شيخنا الشيخ صالح عصيبي مثلا. Нет проблем, конечно. А почему мы тогда так не поступаем в шариатских науках? Почему мы постоянно проходим одну книгу «Салясту Льсуль» и дальше не двигаемся? Да, конечно, нет проблем иногда повторять, допустим, три основы вместе. Иногда это делать, как, допустим, делать это ежегодно шейх Салли Хусейн в мечети Проксалс. Ан, дарасту Льсуль Салата, тазбитла, тахтабр фиа. Иза ана культлак, ударасту Льсуль Салата, тахул ла, ана дарасту, урид артаки мартаба. И теперь, если ты прошел салясту-люсуль, ты его салясу-люсуль-саляса, все, выучил его, зазубрил, понял, и я тебе приду, давай я тебе буду, скажу тебе, шейх, говорит, скажу, давай еще раз пройдем книгу, скажи, нет, я хочу дальше двигаться. Ты можешь сказать мне, давай меня проверь, салясту-люсуль, нету в этом проблем, что я ее заучил. Амма уидат дираса мар охра, ла юмкин, ан уидат дираса, мэталан, яни, ашарат айяб, أسبوعين شهر لا يمكن هذا. Что касается того, что заново опять будем эту книгу, то есть 10 дней, потом 2 недели опять заново эту книгу проходить, это неправильно. الكلام ليس على الأصول الثلاثة، الكلام على كل العلوم، كل الكتب. То есть мы сейчас не имеем в виду именно саму эту книжку три основы, имеем в виду ко всем наукам такой должен быть подход, то есть надо двигаться дальше.